Привет, я Мэдалин Дюва. Я работаю с разными стартапами и сама серийный предприниматель. Работаю Founder Institute в Силиконовой долине и в инкубаторе Happy Farm в Киеве. Моя главная задача – помогать людям притворять в жизнь свои мечты. Когда я росла в Силиконовой долине, мне не у кого было спросить совета, поэтому теперь я помогаю молодым предпринимателям, знакомлю их с нужными людьми, помогаю разобраться, что делать и как лучше развивать свой бизнес. Для меня это очень важно. Стартап – дело нелегкое, и сложных ситуаций не избежать. В какие-то дни все ладится, а в какие-то наваливается депрессия. И в такие времена люди часто теряют из виду свою конечную цель. Очень важно понимать, чем конкретно ты занимаешься, какую задачу пытаешься решить и какими средствами. Нельзя терять концентрацию. Нельзя хвататься за соломинки и пытаться использовать каждую возможность заработать. Ресурсы ограничены, и тратить их надо только на приоритетные задачи. Нельзя быть лучшим сразу в 10 разных областях. Важно научиться очень хорошо делать буквально одну вещь, максимум две, а потом уже думать о новых возможностях. Большинство крупных компаний начинали с чего-то небольшого. Google был поисковиком, а сейчас они чем только не занимаются. Dropbox был просто файлообменником, и только спустя несколько лет они начали добавлять новые сервисы. Поэтому для нового бизнеса очень важно хорошо понимать, какой продукт вы пытаетесь создать, кто ваши потребители и как вы сможете завоевать свой рынок в условиях, когда вокруг множество людей, которые могут построить компании очень-очень дешево. План Б на сайте rbk.ru.